Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Ну сегодня как, вы довольны? Хотя сегодня все было хорошо, но как раз перед вашим выступлением вдруг обрушился вот этот ураганный дождь, как бы. Ну да, как вот вывели нас на старт, и И в этот дождь, по-моему, вы опять помчали свой план, и, по-моему, вам немножко все-таки помешалось на отличный рекорд, как мне кажется. Ну, не знаю, тут сложно судить, погода всегда разная. Но вы прям под график личного рекорда выступили. 4.04, по-моему, сколько там, 70, сколько там? 79. Ну вот, да, 30 буквально не хватило до личного рекорда. Да. Но все равно, довольны собой или нет? Или, честно говоря, или все-таки хотели лучше, хотели личку? Не знаю, как по результату, как всегда, не думала. Ну, довольна, что да, получилось как бы в такую погоду как бы отбежать, отстоять. То есть это тоже опыт неплохой, не всегда будут идеальные условия. Ну, так, да, бег сегодня понравился. Смотрите, 800, теперь 1500. Завтра 800 будет или нет? Завтра отдых будет. То есть вы продолжаете все-таки 800 и 1500, да. Обе дистанции. Да. Я чувствую, на чемпионате России тоже думать о двух дистанциях, скорее всего. Пока, ну да, тренер больше как бы А вы уже поделились секрет, скажите, как вы хотите, или пока нет? Не будем пока выкладывать. Это, то есть секрет пока есть, но вы еще пока не решили окончательно. Ну да, пока еще. А не пора ли нам на пятерку приходить? Нет. Или нет? Нет. Пятерка точно не будет. То есть все-таки 1500 это пока максимум для лета. Да, сложно пока загадывать, может быть, когда-нибудь. Когда-нибудь порадуете. Хорошо. Теперь какой план? Выступить. Ну где? Ну выступить завтра, а потом какие соревнования будут, какие-нибудь у нас? Ну тоже пока еще. Кубок России, наверное, скорее всего. Скорее всего, да, Кубок России, дальше чемпионат России. Вот. Ну это как бы пока такие основные, а так... Саш, еще такой вопрос. Вы все-таки знаете то, что вы сейчас проходит конкурс «Тысяча талантов». Слышали, наверное, проект такой. Да. И почему я задал вопрос? Потому что некоторые его лауреаты, да, считают кумиром Александра Гуляева. Вас это удивило? Александра, ну, давайте посмотрим. Да, удивило, если честно, как будто. Серьезно? Но это хорошо или плохо? По-хорошему удивило. Это приятно. Ну просто есть как бы более. Ну, может, это мотивирует вас как бы дальше продолжать? Да, конечно, мотивирует, потому что как бы сразу такое появляется. Еще больше да, показать себя, да, да? Да, что надо как бы поддерживать и как это сказать. Ну, поддерживать себя в тонусе. Ну, таком да, хорошем. Да, наверное, не подвести тех, кто в меня верит. Тогда выйти вам. Все-таки о вас знает, а вас как бы за вами следят. Удачи вам. Так держать и радовать нас своими личными достижениями. Спасибо. И рекордами страны. Спасибо вам большое. Спасибо.